самого раннего детства этот парень сталкивался с рифами. Отлично знает, что такое хороший бой и что бывает, если перебрать. Можно подумать, что на сцене самый юный пират, но нет. Это самый компактный гитарист-виртуоз Миша Москалик. Ну, расскажи немного о своей жизни. Во-первых, сколько тебе лет? Мне 9 лет. Родился я в Североморске, а сейчас живу в Крыму, в пригороде Евпатории. Ага. В селе Молочном. В селе Молочном на Кисельных берегах, да? Слушай, ну ты сейчас оттарабанил, прям готовил эту речь, да? Да. Долго готовился, так сказать, чтобы прийти к нам? Да, что там готовиться? Да, действительно. Шляпу купил и пошел, да? Дело в шляпе. А ты часто... Да не, ну что, пожалуйста, хоть в шляпе сиди, хоть... Давай я надену сейчас. Прекрасно. Ну давай рассказывай, да? Да? Давай. Что у вас там происходит в селе Молочном, да? Слушай, ну правда, расскажи про село Молочное, интересно же. У нас в селе Молочное самая короткая трамвайная линия, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Она настолько короткая, что трамвай только начинает трогаться, уже приехал в депо. И самый большой центр космической связи. Серьезно? Локатор. Да. Чего туда столько напихали? И трамвайную линию, и космическую связь. У нас даже село Молочное называется от того, что раньше была куча ферм, коровников. А теперь там остались только одни заброшенные здания. Какой кошмар. Давай уже обсудим твой талант. Давайте. Итак, ты занимаешься, судя по всему, гитарой. На пианино. На гитаре. На гитаре. Как давно ты научился играть на гитаре? Уже 3 года. А почему ты выбрал гитару, расскажи. Ну, папа меня начал обучать разных исполнителей, которые играют на разных инструментах. А я слушаю, нравится мне этот инструмент, как он звучит, или нет. Я услышала, как играет испанский гитарист Андреас Сеговия. Я захотела играть на гитаре. Папа нашел учителя, договорились с ним о занятии. Опять из Википедии статью читаешь? И начали меня носить... Что-то вы перерепетировали в селе Молочно. Начали меня носить на занятия. Что начали, подожди? Начал носить меня на занятия. Носить? Да. Мне сюда ходить нельзя было. А почему тебе нельзя было ходить? У тебя проблема какая-то была, да? Да. 4 года пошел заниматься спортивной гимнастикой. Потом, произошла травма где-то в 6 лет. И вот так уже папа предложил заняться музыкой. Мне нельзя было двигаться, только лежать, сидеть. А сколько тебе нельзя было двигаться? Лежал я 2 года. 2 года? Да. Ну, сейчас все более-менее хорошо? Да. Ходишь? Бегаешь? Да. Ну, слава богу. А папа сегодня приехал с тобой, да? Конечно, приехал. Ну а куда ему деваться? Как зовут отца? Москалик Михаил. Тоже Михаил? Да. И ты Михаил? Да. А у тебя родится сын, ты как назовешь? Не знаю. Михаил, что думать-то, господи. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы действительно вот прям носили на руках его на занятия, да? Да, ему было запрещено не то что бегать и ходить, даже стоять. И сколько раз в неделю вы так вот туда-сюда? 3-4. А вы сами работаете? Из Питера переехал, юридическую бросил и занимаюсь веб-дизайном. Поэтому времени свободного много. А кем вы работали до того, как занялись веб-дизайном? Я был старшим опером. Разрешите вернуться к общению с вашим сыном. Разрешен. Так, хорошо. У тебя есть уже какие-то награды, премии, чем Конечно, ты гордишься? Конечно, есть. Когда я выступал сольно, у меня 14 лауреатов первой и второй степени. Вау! А мне правда вот сказали, что ты можешь любого человека охарактеризовать мелодией? Конечно, могу. Так. Вот я какой, давай. Класс. А папа своего охарактеризовал? Да, серьезно.
Самое время, может быть, что-нибудь исполнить на сцене? Как Давайте. Ты считаешь? Да? Да. На сцене будущая звезда мирового музыкального искусства, гитарист-виртуоз, главная достопримечательность села Молочного. Михаил Москалик! Михаил Москалик! Миш, молодец! Класс! Слушай, Миш, ну это такая высокая гитарная музыка, да? А вот так, для всей страны, ну чтоб попроще что-нибудь, попонятнее, Мурку давай! Ты Мурку можешь? Могу. Серьезно, да? Я так дурака валял вообще. Ну давай. Папа текст знает. Я думаю, что с этого выступления Миши мы откроем новое шоу на Первом канале «Три аккорда дети». Ты сегодня покорил наши сердца и, безусловно, достоин медали шоу «Лучше всех». Медаль в студию! О! Также вот тебе рюкзачок со сладостями. Ну, шляпу надень, Вель, да, давай. Да-да-да, вот так, вот. Гитара. Михаил Москалик, лучше всех! Прошу вас.